Всем привет! Наш трактор киповальщик. Купил для него такое сиденье. Сейчас буду ставить. Прежде чем ставить его, надо срезал этот. Был такой сидушка у нас с ящиком. Диван. Срезал. Ничего получается. Вот так вот. Дырки вон сзади, по бокам, в общем, как обычно все. Сейчас попробую все убрать, зачистить и шумоизоляцию залепить. Так-то кабина неплохая, но не особо она мне нужна, так что, наверное, буду ее менять в скором времени. Ну и на сезон сделаю, чтобы мне хватило этой кабины. Вот подварю латки. Ладно, смотреть, что будет. Сейчас все покажу. Опять возвращаясь к этому трактору. Пахал, помпа, блин, подтекает. Не знаю, посмотрим, что делать. И вот купил я снова сиденье. Вот такое новое. Все удовольствие мне обошлось. 6500 вместе с доставкой транспортной. Кабина там гниловатая, там подмазал он. Заклеил ее. Пару дырок заварил, но смысл ее варить уже не вижу. Сейчас сделаем сюда ящичек. Эту положил фанеру, просто обтянул, чтобы пыль можно было смахивать. И прикрутил сиденье, поставил. Временно, думаю, что осенью получится у меня поменять эту кабину. Ну, в общем, что-то будем думать. Либо какую-то одну оставим, либо с какого-то поменяем кабину. Ну, вопрос стоит о замене кабины. Так что пока вот так стоит сиденье. Здесь диван был, блин, как в колхозах сделан был. Одно этот УАЗовское или какой там с автобуса большое кресло. Блин, неудобно было целый день на нем прыгать. Оно и высоковато было, и неудобно. Ну, поставили это. Так что вот так. Кому надо, да, ссылку, где, по-моему, Сонар фирма в Москве за 2 дня, ну, за день или за... Под выходные 3 дня оно ко мне шло, так что как-то вот так. Сейчас еще покажу, что у нас нового за эти дни.